мячом вперед он идет. Вильфрид за. Серхио Агуэро. И он забивает. Что тут сказать? Расслабилась команда, по-моему. Оборона просела, атака успокоилась. И вот закономерный результат. А вот сейчас может быть опасно. Агуэро! Гол! Прекрасно сыграл в этом эпизоде. Чем в этот момент были заняты игроки обороны? Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния удар он никак не мог.